Всем здравствуйте! Меня зовут Шайдулина Эльза, мне 19 лет. Я учусь в Набережно-Челнинском колледже искусств. На виолончели я играю уже 13 лет и очень люблю этот инструмент. Мне кажется, что виолончель подобна человеческому образу, а ее тембр похож на его голос. В этом учебном году я заканчиваю колледж. Мне бы очень хотелось дальше продолжить заниматься музыкой и играть на виолончели. А моя такая самая заветная мечта – после обучения играть в большом оркестре и гастролировать по всему миру. Сейчас вы услышите в моем исполнении произведение Габриэля Фаре «Элегия». Это произведение наполнено грустью, тоской, печалью. Возможно, это безответная любовь или утрата близкого человека. И все эти чувства очень хорошо передаются в музыке. Но в середине произведения есть очень красивая воздушная тема, которая навеивает теплые воспоминания.